Всем привет! Сегодня снова играю в Блиц, в данном случае против аналитика, и разыграю все-таки обычную сицилианку с ходом конь f3, то есть без жертв всяких пешек, без гамбита мора, и посмотрим, что сыграет соперник. Соперник играет вариант Найдорфа, и здесь я играю слон e2. Ну, вот этой позиции, честно скажу, конь b3, конечно, считается самым сильным ходом. Я играю конь f3, это... В общем-то, ход, который не дает, объективно говоря, перевеса белым, но, в общем-то, тоже вполне возможный вариант. Теперь, какие есть планы вообще у белых? Какие есть планы? Можно сыграть А4, чтобы не было Б5, и дальше хочу сыграть слон С4. И, наверное, потом как-то, может быть, конь d5 в будущем пытаться провести. Но пока подвисает пешка, поэтому ладья e1. Конь e4 вроде бы удар не проходит. Там будет конь e4. Но, похоже, не проходит. Не проходит этот удар. Да, вот соперник играет h6. Ну, можно сразу забрать. Тогда он заберет, конечно, конем. Там совсем будет сухая позиция. Давайте уйду пока на h4. h5 все равно он вряд ли будет играть, ну и g5 это все-таки ослабление. А дальше какой может быть план? Это, наверное, ферзь d2 как-то может быть. Нет, все-таки играет g5 соперник. Ну, играет и играет. В принципе, ничего страшного в этом не вижу. Будет, кстати, идея h4 у меня теперь. Ну а также идея вот остается ферзь d2, я думаю. Ладья d1, слон на b3, наверное, пойдет, чтобы ладья c8 не было с темпом. Вот ладья c8 как раз все равно играет. Да, следует ход конь c5, и думал, что он так сыграет, вот так и сыграл соперник, подвисает мне сейчас пешка. Какие есть варианты? Конь d2. Ну, наверное, чуть ли не единственный ход конь d2, потому что иначе как играть? Слон d5, там структура будет плохая у меня, просто заберет на d5 несколько раз. Ну, хотя можно было слон d5 сыграть, там я взял бы в конце варианта ферзем, в принципе, тоже был возможный вариант. Сейчас что можно мне придумать? H4 все-таки остается ход на повестке дня. Так, здесь заберу все-таки пешкой c, чтобы не было эта пешка у меня слабая. Да, здесь двойные пешки, но ничего страшного в этом нет. Конь c4. Также теперь появляется неплохое поле для коня. Давить на пешку d6 можно будет. H4 остается по-прежнему идея, но не знаю, честно скажу, проводить ее или нет, поскольку... На h4, там даже g4 у него есть ход, и пешка на g4 будет защищена. Ну, еще есть какая идея, конь c4, конь e3 и конь d5, или конь f5. Такие вот переброски коня, там, правда, нужно следить за тем, чтобы после конь e3 пешка на g4 не терялась. Ну вот соперник прорывается, да, типичный прорыв. Что будет на слон e5, только интересно. Что он на слон e5 задумал? Не знаю, сразу играть или после ed. Наверное, все-таки сразу слон e5. Но d4 у него есть ответ, да? И de. d4 он играет. Так, что здесь? Слон f6, слон f6. Конь d5, там на d5 пешка теряется. Если конь e2, d3, конь c3 можно вернуться. Если он бьет на e4... Бьет на e4. Ну давайте, там позиция открывается. Он, в общем-то, может забрать. Там пешка на d4, кстати, может в конце упасть, если вот сейчас взять. Поэтому, наверное, соперника не бьет. И теперь даже может быть конь g3 сыграть с идеей конь f5 в будущем. Или конь h5. Ладья c2 не боюсь хода. Ладья c2 без угроз особо. Так, связывает он коня. Что делать? Ладья e3 как-то не очень хочется. Может быть, поактивнее конь h5 как-то все-таки сыграть. Ладья c2. Если съел. Король h7. Или все-таки как-то уйти вначале. Тяжелая позиция. Ладно, пока так сыграл, потом на h6 съем. Но отдаю сейчас пешку. Но в конце варианта на h6 кидаю. Посмотрим, что там из этого выйдет. Он не обязан, конечно, бить сейчас.
на c3. Ну, на h6 подвисает. На h6 надо бить. И вернулся сюда. Ого, как он побежал королем. Интересный вариант. Интересно, что он дальше будет делать. Не, ну это все не опасно. Там же я мат не получу, надеюсь. Надеюсь, что мат не получу. Ну, опять же, сложная позиция. Очень сложная. Времени совсем у нас мало. Идея у меня, кстати, появилась ферзь d2 теперь. Ферзь d3 тогда. Ферзь g1. А, вот он что задумал. Конь d3 тогда. Ладья h3, правда, есть ход. Ладья h3 с матом. Ох, молодец, соперник нашел комбинацию. Сдаюсь здесь. Зевнул я мат в конце. Ну, сложно, сложно было. Хотя перевес получил, но здесь конь d5 у меня был ход. И, наверное, потом как-то, как-то можно было защититься. Король h7. Да, и теперь уже ладья h1. Ладья g1, вернее. Сразу ладья g1 тоже проигрывалась, ладья h3. Интересно, кроме конь e5 были ли другие ходы. Ну так сразу и не могу сказать. Ферзь f1. Тоже ладья h3. Да, конь другой на e3. Тоже ладья h3. Ну, значит, только конь d5. Это конь e3, конечно, был зевок. Ну, такая партия. По дебюту, наверное, соперник получил даже преимущество. Ну, компьютер пишет нули. Ну, объективно говоря, здесь, конечно, мне моя позиция не очень нравилась. Потому что даже вот если он просто бы стоял на месте, как-то там ладья c8, там ладья e8, даже какие-то вот такие более-менее логичные ходы бы делал. Я не думаю, что здесь было бы у меня хоть какое-то преимущество. Ну, ладья c3 даже есть такая жертва. На самом деле, кстати, вот вполне себе интересная. Вот в варианте дракона, ну и вообще, в принципе, часто в сцелянке встречается жертва ладья c3, довольно типичная. Вот после которой действительно могут быть проблемы у белых. Соответственно, черный получает инициативу за качество и пешку. То есть ладья c3 съели. Конь e4, здесь действительно позиция неприятная, потому что у пешек очень много в центре, у черных пешка на c3 слабая, ну и вообще очень активная фигура, то есть здесь самое главное, что ладьи не играют, а поскольку у меня здесь ладья за коня, то, конечно же, нужно, чтобы ладьи играли. Ну, у нас партии этого не было, то есть здесь, опять же, та же была идея с другим порядком ходов с перестановкой, ну а после этого вот прорвался он d5, ЕД тоже я смотрел, ну, в принципе, здесь, я думаю, не нужно так даваться подробности, более-менее у нас была тут нормальная игра, единственное, что конь h6, вот, да, конь h6, интересует меня момент, но я не мог досчитать это, было мало очень времени, смотрел этот ход, но тоже не понимал, насколько это все хорошо, потому что тут все подвисает, и непонятно, чем все кончится, ну, компьютер пишет после конь h5, вроде как плюс 1. Ну, в принципе, слон c3 тоже оставляет перевес, хотя уже практически минимальный. Ну и дальше уже какая-то была агония, что с моей, что с его стороны. Но соперник молодец, в конце нашел сильный ход. Ферзь c2, и я не нашел ход конь e5. Кстати, вот видите, да, я подключил сейчас программу Stockfish. То есть раньше там стоял стандартный движок Delphi. В Chess Planet я считаю, что, конечно же, Delphi слабый движок. Я подключил один из самых сильных на данный момент, Stockfish 6. Могу даже показать вам, как это делается, возможно, кому-то это будет полезно. Это делается через игровой зал, вы просто заходите в настройки и заходите в шахматные программы, здесь добавляете движок, то есть нажимаете «Добавить», выбираете путь, где находится тот движок, который вам нужен, ну и, соответственно, вы его добавляете, то есть ищите любой движок, который вас интересует в интернете, есть платные, есть бесплатные движки, то есть можете поставить какой-нибудь бесплатный, чтобы не платить за дорогие движки, которые, в принципе, стоят там и по $100, я знаю, есть и более дорогие, то есть, поэтому можете поставить какой-нибудь бесплатный, и он тоже будет оценивать все-таки лучше, чем Delphi, который, объективно говоря, не очень сильный. Ну что ж, всем спасибо за внимание, и до скорых встреч в новых видео.